Хей, йога, с вами Шпики, мы продолжаем пройти игру по названию Spider-Man Shadow Dimensions, и в прошлой серии мы победили доктор Осьминога, да, доктор Осьминог-тёлочка. А теперь мы идем за Неодом, Человек-паук Нео. Будем стелсить, время постелсить. Так, находясь на карнизе или канате, используйте, а затем пробел, чтобы совершить рывок с прыжком. Блин, горло вообще ни туда, ни сюда. Ладно, что... Старый парк аттракционов. Где-то в этом переулке кошмар свил себе гнездо Осборн. Но я найду его вместе с осколком, которого он собрал. Осборн? Ему нужны камни, которые мы вам принесли. Он уже на весе стервятника из твердолоба. Он идет сюда. Говорю вам, мистер Осборн, Человек-паук идет сюда. Я что, похож на идиота? Что? Я сам уже жду. Пусть паук попадет в мою паутину. Другие осколки сделают твердолобый стервятника сильнее. Посмотрим, как они подействуют на меня. Он был человеком. Гоблин. Я должен ждать этого момента. Осборн, сегодня твой криминальной империи будет положен конец. Привет, Человек-паук. Посмотрим. Посмотри кругом. Знаешь, где ты? В зоне боевых действий? Это карнавал. Я выступал тут в цирке уродов много лет тому назад. Отличное место, чтобы начать отсюда мое мщение. Прекрасная мысль. Но когда я вернулся сюда, пришлось переселиться подопечным во время жилья. И под временем я подозреваю. У меня есть дурная привычка, когда мне скучно, я начинаю убивать. Ха-ха. Сейчас сам увидишь. Нет, гоблин, я найду их и спасу. А потом вернусь и уничтожу тебя, как бешеную собаку. И самое главное, я верну осколок. Прямо сейчас. Так, давайте сейчас. Вау-вау. Так, нужно быть осторожным, потому что я вижу фейерверки у нас это, палят. Так, сразу паутина событий. Так, спасти трех жителей у входа в парк развлечений. Хорошо. А, запись у нас прет, поэтому все хорошо, мы идем далее. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Part of my great responsibility bit is getting folks out of jams. А я могу кого-то зацепить, интересно? Блин, жаль. Блин, мне нужно так по-тихому это все делать, что они могут заметить. Вот сейчас меня могли заметить. Так, нужно быстро с ними кончать. Это я единственный вижу способ, как их одолеть.
Но у него все равно регенерация в темноте, поэтому нормально. Делаем все по-тихому. Так. Блин, я, кажется, помню, здесь была... была такая миссия, как... убить... О, там паук вижу. Нужно было, короче, пройти незамеченным вообще здесь. Ну, понятно, сколько это пройдет времени, чтобы... пройти это место незамеченным. Вот какого черта ты нападаешь, скажи мне, пожалуйста. Да уж. Плохо сделано все. Кто меня заметил? Хорошо. О, еще паук. Привет. Я не знаю, Человек-паук, как тебя благодарить. Блять, вот фейерверк взорвался, все, меня заметили. Короче, я понял, как это работает. Когда черное показано. Но все равно непонятно, как когда он цепляется, к врагу летит, а когда нет. А когда нет? Почему этого? Почему этого? Да, хорошо. Вали. There are people in danger all over the place here. Better get out of here. Whoa, it's here! Да ну какого черта? Какого черта ты меня видишь, собака? Почему я его сейчас не могу схватить?
Нужно ждать, пока они побегут обратно. А я вот так, оп! А куда мы побежали? Да, меня тут друг заметил. Да-да. Да-да. You can't just leave me here, you can't! There are people in danger all over the place here. I'll give you whatever I got if you get me out! Да подожди, я помогу тебе выбраться, подожди, подожди. Spider-Man, I don't know how to thank you. Buy you an egg sandwich? Да, да, дай мне сэндвич, да. Сэндвичем ты меня точно отблагодаришь. О, еще паук. Блять, ну конечно, а как же еще? Ладно. Вот смотрите, я сейчас поднимусь, он меня заметит. Он меня сразу заметит. А нет. Part of my great responsibility bit is getting folks out of jams. Так, хорошо. I hear you. On my way. You need to stop him before he eliminates all of you. Отлично. Gotcha. Следующий. Спокойной ночи. Hey, get up. Let's take care of business. I hear you. On my way. Хорошо, тот меня все еще не видит. Идеально. Так, давайте теперь вместе с тобой мы пособираем паучков. И пойдем дальше. Больше тут их нету. Кажется, нет. Оставь надежду все сюда входящий. Оставь надежду всех сюда входящий. Черри. Воодушевляет. А теперь смотрим, какие там были задания. Так. С помощью меча сбейте с ног 5 бандитов внутри цирка Шапито. Оттолкните 5 бандитов одним ударом о землю. Что, блядь? А, ладно. Выберитесь из комнаты смеющихся дверей. Совершите все 6 видов устранений на земле, понятно. Совершите 5 устранений, возвышаясь над противником. Совершите 30 устранений, хорошо. Abandoned.
Звучит очень... А, смотри, гоблин во всей красе. Сильный, полный энергии. С прической страшнее, чем обычно. Сейчас тебе будет страшно. Кажется, тебе страшно, нет? Все-таки мне? Жалкое создание. Думал победить меня. Ха. Так, у него что-то на спине. Впрочем, попытаться, если хватит духу, сразить с гоблином победителем. У него что, слабое место на спине, как я погляжу. Давай, пока я туда не вошел, хотя, ладно. Кажется, гоблин-победитель забыл заплатить за электричество. Было бы веселее, когда, если бы они были в масках клоунов, вот честно. О, черт. Так, мне нужен мяч стоять. Пам-пам-пам-пам-пам. Блин, я не понимаю. Сильнее будет у меня удар обычный или заряженный? Ну, то есть мощный. Оп. Тихо. О, фейерверки! Давай, давай, давай! На самом деле здесь немного освещение как-то работает плоховато. Ну, хотя получается, что у тебя работает нормально. Я тебя научу. Ну, а хочешь по морде получить? Кажись, тебя ничего не учит, да? Гоблин. На этот раз ты прилагаешь же больше усилий. Мне это нравится. Так, снова жители под электричеством, да? Где выключатели? Ясненько. Добро.
Так, пускай фейерверки сейчас пройдут. Я за тенью спрячусь. Вот как! Это что, типа бессмертный? Что происходит? О, боже мой. С возвышения? Так, это он убил меня с возвышения. А, так ты отключаешь электричество. Теперь к делу. Может, там еще один под зарядом. Хорошо. Да-да. Ой. Улетаем. Прости, парень. Честно. Ну какого черта? У, блядь. Еще прибежала. Еще подмога прибежала. Да-да-да-да. Да-да-да. Ладно, может просто нахер этот стелс? Да-д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 а. Почти убили. Я не понимаю, как убивать, как зацеплять. Это не оно. Значит, какое-то другое устранение. Начнем. Пришла пора снести это местечко.
Next. Wait, there he is. Блять, ну. Может нафиг надо. Мне всего лишь нужно его выкинуть. Ну все. Вон, видите, челик, он на лестнице застрял. Вон, вы хотите сказать, никаких багов в игре нету? Вон. Сейчас освобожу. Спасибо, друг. Теперь другие дела. Там немного, кажется, газ. Так, завершите перевернутую битву в зале за 2 минуты. Спасите мирного жителя на колесе обозрения. На колесе обозрения что-то я не видел. Вот скажите, хотите сказать вот этому челику норма? Он типа, знаете, левитирует. Ну, я не буду ему мешать, пускай левитирует дальше. Точно все забрал. Добро пожаловать ко мне домой. Ох, эти улыбающие рожи меня пугают. Какая-то адская реклама. Короче, нам нужно найти быстро правильный проход. Не та дверь. А вот как найти правильно, кто его знает. Better try again. Fast. Something tells me that was the wrong door. Осталось мало попыток. Я не хочу быть внимательным. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Смотри по вот этим. По полосочкам. Смотри по глазам. Но я сдох.
beautiful soul. Правильно дверь. Вот правильно дверь, если на то же пошло, потому что везде газы. Hey, Chuckles, open wide. Oh, you've got to be kidding me. А, мне нужно было запомнить, в какой он забежал, что ли? Так вы не показали. Not that one either. Будьте внимательны. Hey, Chuckles, вы имеете в виду за смех? Я не буду раскрывать ожидания поворот. Неожиданный поворот. Или я зашел с ума, или эта комната... А. All right, punks, put 'em down, folks. Messing with our business. Come on, what you got? Get that gun! I'm scared. Мне страшно. Who else wants? Come on, you mobs, get him! Вау, 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 что загромило? Да-да. Вау, а как бы... Ну ладно. Ух, изи. Сто раз тебе говорил, Осборн, надо... Надо платить по счетам. Посмотрите на него, надо его прокончить. Надо найти какую-либо тень. А, мне только туда, да? Если бы я любил свет прожекторов, я бы пошел в шоу-бизнес. Нужно быть осторожным с этим газом. Так, пока я туда не зашел. Так, победить 5 ударов, паутина. Ой, короче. Устраните 5 охранников подряд, не поднимая тревоги. Спасите мирного жителя на колесе обозрения. Заставьте гоблина попасть в его союзников. Что это за звук? Опять газ. Надо выбраться отсюда, пока меня не вынесли вперед ногами. Но я не знаю. Он молчит. Ты спалился? В смысле?
Something tells me that was the wrong door. Hey, Chuckles, open wide. Ну, последняя попытка. Better try again. Fast. Ладно, поехали в эту. Я сдох просто от газа, который выпулили. Нормально, нормально. Сразу идем в это. Он молчит. Как я могу знать, в какой идти, если он молчит? Он слева орёт. Any wrong doors I haven't tried yet? Он же молчит. А, все нашел, неужели? Ну, наконец. Не так быстро. А, снова. Ну, гоблин, ну ты ж понимаешь, ну то, что ты сейчас получаешь по лицу. Звука нету. Где звуки? Похоже, ему не нравится то, что я говорил. А, вон кольцо обозрения, понял. Я отомщу, если придется. Я разрушу этот цирк голыми руками. Стой, он не мог просто... Или мог? А, колесо... А, он смог. Готово. Боже, какая ярость. Представляю, как она... Одну секунду. Ладно, пожелай мне удачи. Так, давай развитие персонажа там мне аж доступно. Так, плюс здоровье, восстановление здоровья. А, ну, в принципе. Protector of the innocent, the savior, the downtrodden. Look at him, folks. Doesn't he just reek of heroism? Or is it something else? Is it fear? Mm. Ты весь вечер будешь вещать. Ты, это я. А, пока, кажется, кого-то вон запускали. Что он хочет? And some for you. Look for areas of weakness. Just die. Hi. Give it a rest, Osborne. Окей. Да, не хватай меня. Короче, нельзя даваться ему в захват. Пипец ты мощный. Ну,
Да ну какого черта? Я понимаю, что спина слабое место. Все? Это первая фаза была у него? О, скрывай сомнение, я опасно сражаться с лицом к лицу. А, я понял. Хорошо. Что там было написано? Все, свет включили. Just the man I've been looking for. Нет, 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 нет! Уоу! How did Hammerhead ever lose to you? Самый сильный человек и слабое место только в теле. My uncle Ben had an old saying, Osborn, and you're full of it. Хорошо. Тихо. Не, даже лучше, знаете. У него довольно примитивные эти атаки. Ну, понятно, свет погас. Неправильно. Да в смысле, я аж отпрыгнул. В смысле, я отпрыгнул от тебя? Ладно, тогда так. Третья фаза где? Вот она, поход. Ох ты ж ё-мо. Ту-т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 у. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Воу! Давай, давай. Зря ты пошел туда. Ха, ха. Хорош, гоблин. Понимаешь, что ты легкий враг? По сути, его можно пройти без урона. Но из-за кривого, так сказать, управления. Нифига этого не получается. Опять в клетку?
Опять в цирк уродов? Ого. Изи! За сколько мы там справились? За минут 30, да, где-то? Пипец, только 25 эмблем нашел. Да-да-да-да-да. Погнали биографию смотреть, потом последние два уровня проигрывать. Так, а Норман Осборн, зеленый гоблин, меняет. Угу. Гоблин. Нет, стоять. Сюда. Та-та-та-та-та-та-та. Норма Озер, зеленый гоблин, нанял Мистерио, чтобы инсценировать гибель своего сына Гарри. По всей видимости, мистер совершенство самоубийство после того, как его план самоубился. Известный в преступном мире как гоблин, Норман Озер взгляд так. Возглавляет группировку из негодяев и злодеев, которых он нашел на карнавалах и в бродящих цирках трупах. А мечта Осборна – построить собственную криминальную империю, чтобы весь мир боялся и уважал его. Гоблин вырос в цирке уродов, как и большинство его подручных. Там же и получил свою кличку. Он старался не показывать зеленую чешую, которая покрывала его тело, и обычно прячет лицо под маской. Не так давно эта чешуя спасла гоблина от верной гибели. Сотни ядовитых пауков так и не смогли его прокусить. И те немногие, кто видел гоблина без маски, не успели рассказать об этом. Исключает состояние лишь один примечательный ползун. Теперь, когда гоблин получил новый источник энергии в виде скрижали порядка и хаоса, он оделся справиться с Человеком-пауком при первой же встрече, и он встречается у нас в Человек-паук Нуар номер один. Блин, я, наверное, почитаю комиксы про Нуара, потому что довольно интересная вселенная, как я понимаю, и она довольно жуткая, будем честны, да? Потому что довольно мрачно все происходит так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока!